Как это в папу вступление? Что такое в папу вступление? Здравствуйте, ребятки, сегодня мы будем вас ловить. Если, конечно, вы соберетесь. Привет всем. На втором стриме, посвященном Dead by Daylight. И вы все будете умирать. Может, не все, но будете. Я вам обещаю. Привет всем еще раз, кого не видел сегодня, а кого видел в мане, привет. Претенка, Слагер, Лиска, Нолганерма. Кто тут еще? Леон. Кого тут еще не видел? Рекс, НК. Все готовы? Алексей тоже привет. Здравствуй. Вопрос, там у нас будет пятеро? Поиграть в эту игру. Я очень хотеть поиграть в эту игру. Привет, кстати, панда, здравствуй. Юрка, привет. Юрка, будешь с нами играть? Ты же хочешь поиграть в эту игру? Красава, ну лаконер, может, я могу сказать. Ладно. С интернетиком вроде как более-менее стабильно. За 2 часа вроде как починили. Надеюсь, что это так. Надеюсь, меня не вылетит. Интернет и не будет, все печально, так что... Надеемся, верим, ждем. Стрим только начался, Алексей. И пару часов пройдет всего. Такие стримы у нас по пару часов будут. Привет, медведь. Фокси снова, привет. Здравствуйте, ребят. Дай мне звук. Какой тебе звук дать? Зачем мне еще и звонить тебе? Нет, ты будешь у нас выжившим, и ты будешь бегать от меня. Потому что я буду ходить и убивать всех. Как вам такой вариант событий? Вам бы не поиграть с вами, так как не тянет комп игру и нету ее. Блин. Как же хреново, Рекс, все. Мне, кстати, тоже мой комп ее не особо тянет, честно скажу. Блин, музыку надо уже выключить. Погоди ты, игры. Да я музыку выключил. А то хоррор навели тут. Страшный. Все боятся начнут. Прикол в том, что, блин, даже на топовых там компах эта игра немножко глючит. Алексей, спасибо за фоллоу и за душу твою, спасибо. Здравствуй, Алексей. Он перенес звание. Вроде нет, блин, медведь. Скорее всего, забыл твое именно принести, блин, несколько принесло. Райтер, здравствуй. У Лёвы тоже так себе тянет, но у Лёвы, блин, комп похуже, чем мой. Поэтому это печальненько. Надеюсь, он не будет сильно лагать. Но 30 FPS должно выдавать, по идее, по логике вещей. Так что, надеюсь, это будет. Очень надеюсь. А то как же так играть и FPS лагает? Вот это будет вообще не камильфо. Это дейли киллан, она не пофиг. Но по мне игра есть, но я не умею в нее. Юры на стриме пытался, но ничего хорошего не вышло. Но вот будешь пробовать и научишься. Я ж тоже не особо умею за маньяка играть, так что все будет нормально. Поверь мне. Там забыл, но пофиг, ладно, как дела. На медведь сделаю после стрима. Надо не забыть. Нет, Юрка, я хочу быть маньяком. Стримил на 40-50, а ты на низких стримил? Нет, розыгрыш примерно будет, ребят, через часик. И, скорее всего, как раз таки среди всех тех, кто есть в чатике, будет розыгрыш, поэтому... Вам же лучше, если вы будете сидеть до конца. А можешь мне сборочку компа посоветовать, чтобы GTA 5 тянул? Блин, ну, идешь, короче, в Steam, открываешь GTA 5... Смотришь минимальные требования, и вот тебе. Странно, Юрка. Я даже на средних FPS такой. Может, что-то ты поменял там? Привет, Илья Осипов. Здравствуй. Не хотел спойлеров. Ну, Ведьмак у нас теперь на одном стриме, а такие игры на другом, так что... Теперь будешь приходить в гости. Ладно, давайте собирать, попробовать. Она, кстати, немножко багованная в некоторых планах, так что... Даже лобби иногда приходится собирать немножко с багами. Так, давайте кого-нибудь соберем. Так, Юрку пригласим.
Ребят, кто хочет поиграть? Обносит, ты сейчас разыграешь, что два подписчика в игру. Ну блин, она 6 гигов весит. Поэтому... заранее тоже как-то... Да, Алексей, среди всех, кто на стриме, разыграю. Привет, здравствуй. Полтораус, тоже привет. Дела помаленьку, тихонько. Так, кого бы еще позвать? Кто у нас тут есть? Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вон уже НК присоединился. Кто хочет поиграть в эту игру? Присоединяйтесь. Мы же, у меня есть друзья, просто присоединяйтесь через друзей. Пока я ищу кого пригласить. Блин. Много друзей, не могу всех пригласить. Вот вижу Фокси снова, Фокси сплей. НК, НК уже сидит. Тан-тан-тан. Все умрут. Империал, привет! Игрушки от Сомакса. Тоже привет. Привет, ребят. Меня приглашай, пригласил. Вам поймалась летающую жопку. Поймаем. Аналогающая летающая жопка, да, надо поймать. Кого во время распродажи стрим посади? Посмотрим. Может, сделаем. Вам попить привет-привет. Летний пенек. Здравствуй. И Киря Эмпти тоже привет-привет, ребят, всем. Так, ладно, вроде как набралось. Пятеро, ребят. Если кто-то еще хочет поиграть, пишите в чатик. Мы, скорее всего, будем просто, наверное, меняться как-то. Ислам, тоже привет. Хи-хи. Привет, ребятки. Я чуть позже подойду, хорошо. А в чем суть игры? Суть игры в том, что, ну, короче, смотрите, тут можно играть в два варианта. Либо играть маньяком и ловить четверых выживших, либо играть за выжившего и свалить от маньяка. И суть выживших в том, что есть, например, ну, в стандартной игре четверо выживших, иногда рандомит, но в стандартной игре четверо выживших и 5 генераторов. Нужно либо зажечь 5 генераторов, туда типа запустится две двери, которые нужно открыть и в них свалить. Либо же, если остается один персонаж, просто найти и попытаться найти люк в игре, который тоже рандомится, как и генераторы, и как и двери, и как и все остальное, и свалить в него. Как же, да помаленько. Старас пересматривал, лев кидала, да, еще тот. Есть такое. А, похуй. У меня усики подофило. Смотрите, у нас два. Кто у нас сегодня? Бородатый мужлан. Кто там педофил в роли НК? Фокси снова вроде его брата акробата. И девочка Реван. Девочка Реван. Вам тебя ждут. Да, я знаю, что меня ждут. Ладно, поехали. Ребят, честно скажу, я не топовый маньяк. Я не прям никак лис, я в нем много не играл. Я играл в основном только в пятером, и то в основном за выживших. За маньяка я сыграл всего, ну, 2 или 3 раза, поэтому... если буду тупить, но бить, сорян. Коты-коты, привет. Как бы for dead, но вместо зомби маньяки, да. Ну, типа того, только маньяк всего один. Там корова с неба упала, да, вообще не говори. Если жертва убегает, убежала, тогда появятся красные полоски. Это куда она бежит? Буду знать, хорошо. Все, играть будем, я запустил. Чупа-чупс, привет. Я только что игру скачал, и меня вам позовет. Давай, заходи, мы сейчас тебя убивать будем. Мне игру крашит. Блин, Райтер, чё у тебя так? Райтер, чини. А то не поиграем. Амгек жизнь, да помаленьку. Потихоньку. По чуть-чуть. Кстати, бетка доступна до 12 числа, так что у вас будет, ребят, 2 дня поиграть в нее. А релиз моей игры 14 числа. Так что, ребят, кто сегодня выиграет 2 копии, ну, у кого их нет, то учитывайте, что, ну, кроме сегодняшнего дня, у вас, по идее, еще 2 дня. То есть 3 дня. Так, давайте мы маньячину. И, короче, смотрите, в суть в чем. Вот эти куча генераторов, которые мы видим, они... их пытаются запустить. Опа, вижу парня.
Опа, он бежит, смотрите, кто это тут у нас? Блин, кто это тут у нас? Куда-то побежал, блин. По-моему, на второй этаж, да? Нет? Показалось? Убежал, что ли? Вот мне на второй, я знаю, что на второй смысла нет вот здесь бегать, потому что это бредово. Давайте поставим отсюда трапку. Хороший вариант. Если кто-то будет бежать, то наступит. А пока надо сходить и поискать еще одну трапку. Потому что она всего одна у тебя может быть в руках. Вот, возьмем ее. Ребят, сорян, я сейчас, наверное, меньше буду отвлекаться на чатик. Потому что мы маньяк. Вам по мне тоже краш, что завтра уезжаем. Блин, печально. Блин, это тоже хреновый вариант. Ух ты, они все туда убежали. Кто-то мою трапу сломал? Стоп, она же была активирована. У кого? Кто-то нашел тулбокс. И трапу сломал. О, блин. Кто-то уже починил генератор, я понял. Я хреновый. Ладно, пойдем ловить потихой. Все-таки. Я знаю, что вот кто-то здесь. Показалось. Вот. О! Блин, вот что с вороной налагает. Ой, парень, иди сюда, маленький, иди ко мне. Иди ко мне, мальчик. Я тебе на посажу на одно место. Вот. Эть. Блин, промазал. Окей, надо ближе. С ВПСиком беда вообще. Честно скажу, давай, беги, беги. Беги, я тебя пока не буду бить. Потому что с ВПСиком беда. Ладно, вот так тебе. Фокси Сноу. Ясно, понятно. Давай, учись играть в эту игру. Надо мансить от маньяка, мансить. Давай, манси правильно. Неправильно мансил. Плохо мансил. Пойдем где-нибудь повисим. Тут он нашел тулбокс и, скорее всего, сломаются крюки. Давайте повисим на этот, наверное, самый лучший крюк в игре. И вот так тоже фича, типа, маньяка надо вот так под ноги трапу поставить. Если кто-то будет освобождать, попадется мне. И... Трапы можно деактивировать только если у тебя есть тулбокс. Я проверял уже, Леон. Ой, вдруг. Здравствуй, ты что тут делаешь? Иди отсюда. За ними не полезу. Я лучше подожду. Давай, иди сюда. Ты что тут бегаешь? Вот. Эть, не попал. Я понял. Смотрите, один уже знает. Ты что, ты его освободил, да? Что-то не освободился немножко, да, парень? Ну ладно, давай, и ты повисишь вместо него, окей. Хорошо. На самом деле уже два. Ладно, ты тогда давай. Ой, вот это багнуло, смотрите. Смотрите, как багнуло. Лежи пока тут. Пока трапу подберем, переставим. Так, никто не хочет вашего друга убить. Вернее, поднять. Нахер убивать-то? Кто-то третий чинит. Это, наверное, Юрка. Юрка чинит, пока все умирают. Да? Умираете тут? Ладно, пойдем, я тебя повешаю куда-нибудь. Куда бы тебя повешать-то, блин? И... О! О, этому весело, я смотрю. Пойдем повешаем сюда. Смотри, какой классный крюк. Еще один круг, да блин. Мне тоже не сладко, понимаешь, ты дергаешься, блин, и сложно так. Понимаешь, что сложно? Тебя вешать на крюки, знаешь, как сложно? Ой, смотри, тебя походу Ктулху вызывает. Ктулху, прием. Иди проверь, что там. Эй, ребятки. Так, НК, чё, НК? Мой НК. Ой, чё это такое? Что это тут у нас? Что это тут у нас уже? Я смотрю, одного попытались вытащить. Но нет. Тоже повисишь, о! Первый мертвый персонаж. Окей, давай. А за вторым там никто не пришел? Чё, тебя никто не спасет? Жалко. Никто тебя не спасет. Ой, все деревья сгнили прям. Ладно, пойдем искать последних двух, пока они не... Зажгли генератор, и он, кстати, один уже
палится. И, скорее всего, он там остался. Оп, нет никого. Странно. А здесь? Оп, нет никого. Блин, а где он орёт? На втором, что ли? А, вон, блин, забагающая хрень. Я понял, он идет к генератору. Самый умный, что ли? Ну-ка, беги давай. О, блин, блин, этот баг меня вся еще радует просто. Блин, они интересно его пофиксят, нет? Вот реально, когда снимают с крюка, он забагивается и попа кверку бегает. О, ну походу все не спасутся. А спасется только один. Это будешь не ты. Потому что ты умрешь. Ой, промазал. Ладно, слишком рано. Чё за? Блин. Окей, мы сейчас тебя найдем. Так, где же ты тут у нас? В какую сторону побежал? Вот, кстати, красные штуки я все равно не вижу. Вообще не вижу красные штуки. Ладно, пойдем посмотрим выход. О, походу, один убежал, да и второй. Успел. Окей. Направо побежал. ФПС печалит вообще. Особенно в моментах, когда бегаешь, немножко печалит. Вот это минус. Не знаю, почему оно так не сильно оптимизировано, блин, но даже у Льва, когда я спрашивал, прям такой же ФПС, как у меня. Вот у меня ФПС падает до 20, не знаю почему. И вообще странно играть в это все дело. Не побежал, а полетел. Нога на крыльях, блин, судьбы. Честно, вам как тебе игра, интересно? Игра классная, но им нужен другой движок, который был бы оптимизирован. Честно. Это, скорее всего, разработчики, которые не сильно известны. Вот, кстати, не знаю, кто разработчик. Не посмотрел. То есть, если бы разработчик... Ну, блин, им движок просто получше, и оптимизацию игры, и... Была бы конфетка. Честно. И если бы они, например, патчики, там, не знаю, новые карты, новых... не знаю... Новых персонажей там добавляли, новых маньяков, и было бы вообще круто, прям круто. Летающая жопа, да не говори. На минималках норм выглядит. Давайте попробую поставить на минималке, хотя у меня хай стоит. Окей, попробую поставить на минималке. Ну, просто она поставилась на минималке, она поставилась на медиум, странно. Она не ставится на минималке, она ставится только на медиум. Интересно. Окей, ну допустим, медиум. Может, ты медиум нормально прокатишь? Imperial and Kai Foxes. Кто-то еще хочет сыграть? Привет, Кацмал, здравствуй. Ладно, пошел пока всем. Удачки, Хась. Разработчик Behavior Digital. В первый раз, кстати, слышу. Видимо, они мало известны. У них кроме этой игры что-то есть? Что-то более-менее знакомое? Вот если есть, то можно понять. Но, блин, им надо движок. Либо доработать, чтобы он был оптимизирован, либо какой-то было новый брать, который более-менее оптимизированный. А мне просто вон туэм в кепочке. Кто это у нас в кепочке? В кепочке у нас, по-моему, лаг. Потому что я вижу только НК и Фоксиса. Это был Юрка, но Юрка, по-моему, отпал. Сейчас вам всем, ребят, раздадим. Нет, Юрка, я сам маньяка поиграю, давай. Хочешь играть? Я пока учусь за маньяка играть, так что норм. Надо просто приглядеться. Красные полоски, как раскаленная земля, лавой на... А, именно на земле и на домах, да? А в воздухе, например, там на деревьях ее нет? В таком там группе новости, что еще 2 или 3 маньяка будет. Нет, вот в релизе будет 3 маньяка. Все эти 4 персонажа, 3 карты. И, по-моему, каждая карта по 12 разных типов. Ну, то есть рандомов. И 5 предметов. Три предмета сейчас в бете доступны. Это вот аптечка, фонарик. А, блин, 4 предмета доступны сейчас. Это аптечка, фонарик, карта и тулбокс. Какой-то еще 5-й предмет будет.
Я знаю, что будет маньяк с бензопилой и маньяк там с каким-то молотом, вроде мне как говорили. Вот это еще вот эти два маньяка, скорее всего, новых. Ребят, короче, два места вроде как есть. Вам привет, чувак. Привет, злой писюн, сля, подрастай. Я вижу Империал АНК, кто-то еще, блин, по-моему, остальных лагает, Фоксис, так что лучше заходи. Империал добавил. Хорошо, Империал, я тебя добавлю, друзья. Попозже. А можно близ будет кричать куплено в то время, когда я начну скачивать Daylight? Ну, блин, слагер как повезет. Блин, настроение говнецо. Что ж ты так, Рекс, с настроением-то? Так, вижу четвертого. Ой, третьего, Фоксиса. Блин, ребят, давайте четвертый. Кто-нибудь. Да у нас есть. Да блин, Йорка, заходи. Потом за маньяка сыграешь. Йорка, что там наиграл, поди уже задрот маньяк еще тот. Задротун. Поди убивает налево-направо. Блин, одну пас. Ну, ребят, есть четвертое, последнее место. Давайте кто-нибудь. Юрка пока пасует. Кто-то хочет поиграть? Дождик пошел. У нас гроза, и у нас молнии, и у нас интернет вырубает от этого. Так что тебе хорошо, что дождик. Ладно вам. Либо ты меня игноришь, либо ты видишь или пропускаешь. Я пенек прочитал про то, что они на земле и на стенах. Я спросил, они есть в воздухе или на деревьях? Пенек. Или это не ты писал? Красные полоски, раскаленная земля, лава на земле, домах. Да, вот это я прочитал. Я и спросил. Там вам друзей в городе не будет вообще скоро. О, как все плохо-то, Рекс. Блин. Вам так понимаешь, что пока что игра бесплатная? Нет, игра, как сказать, бесплатная. Игра просто сейчас доступна бетой. На эти беты либо где-то раздают ключами, либо она доступна как три ключа без дополнительных, если ты купил до люкса здания. Но вроде как до хрена ключей и вот этих гифтов и прочего доступно, поэтому можно поиграть, если захотеть. А через два дня она кончится, бета, и через еще через два дня будет релиз. Ну, не через два дня, а через два с половиной дня. Привет, Ваня из Зевс. Здравствуй. Ваня из Зевс. Ваня из. А вообще только вчера скачал, Юрк. Да, уже назадротил, поди. У меня град. Ну, блин, град тоже хорошо, главное, чтобы не молния. У меня из-за говнопровайдера скорость соединения в 256. Блин, какой говнопровайдер. Так, зашли, я вижу только троих. Я вижу Foxy's Playing, блин, почему сидят четверо, а мне почему-то... А, окей, вроде работает. Блин, просто Юрка багнул, и вместо него четвертый персонаж, так что нормально. Это маленький баг. Убери рамку вокруг вебки, когда ты исчезаешь, она остается. Это я знаю, это... я подумаю насчет рамки. Поэтому... Скорее всего, может быть, я уберу все-таки рамку. Оставлю вверх и вниз. Так что нормально будет. Вам купил грулен, бейт, красава. Будешь, значит, играть. Со всеми. Ну что, гоу-гоу, я уже запустил. Вам рассказать анекдот. Какой анекдот, мы тут людей убиваем. Как участвовать в бетке? Хеллдог, оставайся просто на стриме. И буквально через полчасика мы разыграем две копии. Приветствую, кстати, тебя, Хеллдог. Молния утром была. Ну, блин, интернет же есть, чупа-чуп, значит, все нормально. Понимаешь, вот мы сейчас стримили Ведьмака до этого. Мне ударила молния за окном. Не знаю где, конечно, может в городе, но... Интернет паник, и, блин, за два часа хотя бы сделали, то радостно. А так бы даже вот этого стрима бы не было. Нет, не есть на земле. Нет, есть на земле, деревьях, домах, в воздухе нету. Я понял, хорошо, пенек. Я попробую увидеть их. Но, блин, я вроде пытался посмотреть, но что-то... Ничего такого красненького не нашел. А как же камера вокруг монстра полетать? А вот ты подсказываешь, что мне делать? Я же, ну, бежишь ко мне, короче, и я тебе помогаю. Окей. Это она типа загружалась. Блин, FPS все равно...
Хоть поменял настройки, хоть не поменял, FPS, по-моему, все равно. Честно. Жалко с оптимизацией, такая печалька. Так, давайте поставим капрянчик один вот сюда. Уже кто-то там что-то чинит. Что-то чинит, а? Я не понял, ты ключ на бетку или на игру будешь разыгрывать? На бетку, я же написал, что там бета. Там же прям написано. Dead by Daylight бета. Ой-ой-ой, кто-то чинит. Кто-то чинит. Вот что это сейчас было? Лол, где я оказался? Лол? Вот это глюк. Меня телепортировал. Кто из вас читер? Ну-ка, признавайтесь. Кто читерит? Вам 607 подписчиков. Вау, круто. Меня за карту закинуло, лол. Тут можно даже вниз прыгнуть и упасть. Лол. Вот это жесть. А как я внутрь теперь зайду? Алло. Алексей Гем, ребят, всем, кто подошел, ребят, привет, здравствуйте. Блин, я не могу, меня тут стена не пропускает. Да они сейчас спокойно. Прикиньте, они открывают дверь, а здесь снаружи я стою такой, привет, ребят. Мам, ты меня ударил, ТП, да, вот я говорю, что за баг. Да, я за карты, я заметил. Да просто, а как мне теперь внутрь-то зайти? Лё, пустите меня поиграть. Я с вами поиграть хотел. Эй, вы что там чините, да? Блин, и где мне теперь вход искать? Ситл, кстати, даже про эту личную магию, блин. Дэвид Блэйн, прекрати, алё. Алё, я поиграть хочу, блин, это вторая дверь, по-моему, да? И тоже, да. Блин. Поиграл. Значит, поубивал, блин, охеренно. Что с интернетом было на Ведьмаке? Привет, Полин. Немножко умер, но позвонил в техподдержку, за 2 часа починили. Так что норм. Вам-то трейдик почему не принял? А, трейдик попозже как раз приму, когда разыграть будем Рекс, так что норм. Блин, короче, я не могу зайти, тут все закрыто. Вам спрыгни. Нет, я не буду прыгнуть. Я лучше подожду, когда они попытаются выйти, и пойду подожду их у двери. К забору подхожу, ничего не происходит. Меня просто забор не пропускает. Ну, логично, что он не будет пропускать. Он ни туда, ни сюда не пропускает. Потому что это забор. Иллюзия обмана 3, да не говори, ну. Они там чинят, а я тут, значит, стою, жду. Блин, ну какой двери их поджидать-то хотя бы? В какой они пойдут? Не, они все генераторы уже починили, алло. Ну, алло, ну, ребят. Выгнали. Блин, я под конец специально с карты спрыгну, посмотрю, что будет. Вам помнишь, Архан говорил, что то, что лучше через забор перелезть? Да, я помню. Это новая версия маньяка, он ждет уже за забором. Пустите меня поиграть, алло. Ребят, ну поиграть хочу. Говнюки. Выгнали мне телепортацию, читеры, блин. Теперь, блин, жди, сиди, когда они там побегут. Интересно, а что это там за херня? Вот типа такая полоска и вот там тоже у них. Зато можно посмотреть, что у них за карты находятся. Примерно. О. Блин, вот я не знаю, через какую дверь они пойдут, а подожду их возле этой. Но починили они ближе к той, наверное, лучше к той пойду. Хотя, погодите-ка. Да, кто-то открывает. Пустите меня, ребят. Поиграть. Нолганерма, сорян, ну когда, блин, я играю... Давай, иди сюда. Иди ко мне. Ну-ка, иди. Я тебя убивать. Иди сюда. Я не могу дойти до тебя. Иди сюда. Иди сюда. Я убью тебя. Нет. Привет, Квешка. Розыгрыша еще не было. Розыгрыш будет буквально через полчасика. Вот скотина не хочет идти, блин. Ладно, пойду с карты спрыгну, пока не кончилась игра, посмотрю хотя бы, пойдет он или нет. Пока! Карта прямоугольная, кстати. Вау! Это маньяк новой версии, маньяк нихера не видит.
ГГ, блин. Еще так ГГ, блин. Поиграл, блин. Офигенная игра. Пришел, значит, ударил человека, он взял меня, телепортировал. Вот колдон, блин. Вот не надо так колдовать, а. Ребят, давайте еще раз, я не поиграл. У меня даже мышка пропала. Алло, мышка. Мышка, алло. Ты где? Я не вижу мышку в игре. Вот что так сделаю. Так, мышка. Мышка. О, какой-то лобби. После стрима разрешишь? Нет, во время стрима. Вам где лис? Он пока что отдыхает. Он будет ближе... Ну, короче, ждите, когда вок начинается, он будет к вогу. Это такая бета, бета, такая бета. Ребят, дайте-ка я перезайду. У меня просто мышка вообще исчезла и... Короче, дайте игру просто перезапустить. Я не вижу свою мышь в игре. Мам, ты вок пойдешь? Да, пойду, Полин, пойду. Обязательно. Го еще раз. Сейчас, ребят, перезапущу игру. Чтобы багов таких не было, блин, стрёмные баги какие. Поиграл, блин. Шикарная просто игра. 10 из 10, ребят, покупайте. После такого 10 из 10. Мне понравилось. Ждать за выходом. Как мансовать, чтобы маньяк не ударил? Ты просто часто меня можешь ударить. Мансую обычно там, где есть много окон, либо вот эти штуки, типа, можно скидывать, типа, такие деревянные. Я не помню, как они называются. Это, типа, подносы для ящиков. Как-то так. Вот. Это ламинаты, блин. Это наркомания, блин. Это такая наркомания, блин. Поиграл, называется. Игра, может, ты мне дашь все-таки поиграть в тебя? Спасибо, я буду очень рад. Привет, Тамик, здравствуй. Вам где ты картинку взял? Какую картинку? Которую мне на фоне нашел в интернете. Там называется... Блин, как она называется-то? Надо его вспомнить-то. Там какой-то перекресток, что-то такое. Если очень надо, напиши мне в ВК в личку, я тебе скину ее. Если же, то без голосов, то без микрофонов, атмосфера чуть теряется. Кстати, несколько уже фактов читал пред, кстати, Scorpion Bay. Я читал несколько фактов, что типа писали, а что будет, если, например, всем микрофон добавить и так далее. Вот представьте просто, если добавить микрофон всем пятерым, да? И сделать, например, голос как в армии. Вы же, большинство же видели, как в армии 2 работает голоса. То есть, если когда подходит человеку близко, то его слышно хорошо. Если отходите далеко, то... Nightwolf Flayer, привет, здравствуй. То, как бы, чем дальше человек от тебя, тем тише его слышно. Если они сделают так с микрофоном, будет прикольно. Но прикол в том, что атмосфера будет теряться в том плане, если за маньяка будет играть какой-нибудь... Не знаю... 12-летний школьник и будет бегать и рад. Ай, его всех убивать! Па-па-па-па-па! И так далее. Алло, будет сегодня стрим? Не знаю, наверное, будет, Тамик. Ждите анонса. Он, ты же через репост разыграешь. Нет, а да, я через чатик разыграю, скорее всего. Это специально для тех, что кто репостит и не приходит на стримы. Типа. Они же не будут знать, что мы разыграем через чатик, через стрим. А, типа, кто знает, то на стрим пришел, тот поучаствует. Пытается развести на Акстима, что делать? Удались с друзей, и все. И все нормально будет. Ладно, давайте собирать. Но в игре столько багов я заметил, вообще очень много багов. И я вот не знаю, они исправят это, не исправят. Нет, Ульф, удали человека и все, забей на него, чтобы не разводил тебя. На всякий случай можешь даже пароль сменить, и тогда все норм будет. Ребят, заходим. Я попытаюсь вас всех найти опять, конечно. Блин, баги на багах, блин. А пока это через чатик. Ну помните, мы разыгрывали слоты в Darkest Dungeon, типа, через чатик. Вот так же здесь и разыграем. А потом ссылки в группе 3 человека до 10 осталось. Да?
Ну это ж круто, Рекс. Так, Фокси Сноу, Фокси Сноу пришел, Фокси Сплей. Ой, я Фрамикса случайно пригласил, сорян. Мисс Клик, НК. Кто у нас сейчас был? Империал, блин, Империал надо в друзья добавить, я вспомнил. Империал. Империал, Империал, где же ты у нас? Империал, Империал. Надо тебя найти и добавить в друзья, вот Империал. Все. Привет вам, давно меня не было. Привет, Максат, здравствуй, рад тебя видеть. Так, а теперь как Империал это добавить, алло? Дайте найдем. Как счастливо. Вот, Империал зашел, окей, кого у нас нет? Фокси Сноу. Фокси Сноу, заходи. Фокси Сноу. Фуф, вам когда розыгрыш? Розыгрыш примерно через 20 минут, ребят. Мама, ты еще не слышал, как я говорю с Капой? Нет, не слышал. Надо будет послушать, да. Ну блин, вам, ты меня не заметил. Максат, привет, я тебя заметил, я же сказал тебе привет, рад тебя видеть. Максат, здравствуй. Я буквально минуту назад только что поприветствовал тебя, вот проси в чатике. Там, там за 3 сундук дует, за 5 сундук и за 3. Блин, Рекс, мне-то какая разница? Ты спрашивай тех, кто тебе это все дело делает. Я просто же даже не в курсах. Кексплей, тоже привет. Привет, ребят, всем, кто только подошел. Не могу подключиться к вам. Фоксис, если ты не можешь подключиться, просто перезапусти игру и попробуй еще раз. Фух. Original Game, здравствуй. У меня сеть плохая. Ну, сочувствую, Максат. Раментос, привет. Тут происходит наркомания, мы убиваем вот этих людей. Нифига себе, у них 3 аптечки. А не жирно ли вам будет с 3 аптечками-то? 3 аптечки. Ладно, давайте сыграем эту игру и сделаем розыгрыш, окей. Мам, ты не услышишь. Нет, услышу, я найду тебя и услышу, ада. Все. Надеюсь, меня не телепортнет за карту, и это будет опять очень глупо. Дайте уже поиграть, блин, они сейчас все хилиться будут, это жестко. Хочешь печенюху? Конечно хочу, давай. Давай сюда. 32 человека, лол, да? Не говори, Рекс. Всем нравится эта игра. Особенно, когда все умирают. Я понял суть стримов. Надо, чтобы в игре кто-то умирал очень часто. И все будут приходить и смотреть. Он, Максат, обожает эту игру прям. О, спасибо, Раментос. Спасибо. Давай, поймал. Прям. Красава. И чупа-чупс, давай. Давай, надо на печеньку. О, спасибо, печеньку. Потом всем, после стрима. Киньте его опять за карту. Не надо мне за карту кидать. Алло. Понаехали не местные. Да местные тут тоже все что-то несы. Вот, теперь вроде нормально. Потому что в первый раз не показывало, кстати, вот эту анимацию. Нам показывало сразу первый экран, и мы телепортировались. Но у них 3 аптечки. Мне будет сложно их всех убить. В том плане, что... Ну, короче, в том плане, что они все будут сейчас хилиться. Это будет очень печально. Он в игре умирает часто. Да не ссы. Я ж хреновый маньяк. Я же вас буду убивать потихоньку. Не-не-не, кое-что другое лови. Ну, сейчас поймаю, погоди, дай поиграть. Так, надеюсь, игра не будет лагать. Опять. Так. Ой, слушай, кто-то чинит. Ой, чинилкин. Ой, чинилкин чинит, чинит. Ой, чинит, чинит, чинит. Вот опять та же ситуация, но меня не телепортировало, уже хорошо. НК. О, мадам. Алло, куда она исчезла? О, я вижу теперь вот эти следы красненькие. Я понял теперь всю суть этих следов. Ладно, пусть пока, пусть чинится. Пусть аптечки тратит. Я пока поставлю еще одну трапу. Я понял, как теперь следы выглядят. Они быстро исчезают, мне вот это интересно. Да, они уже исчезли. Окей, буду знать. Так, тут никто ничего не чинит. Ить, еще одна трапка. О, НК похилили. Я понял. Тогда пойдем погуляем.
Ой, тут что-то опять чинится. Мужиками всякие Foxy Splay тут чинит, да? А, чинилка не выросла. Вот смотри, Foxy Splay знает, да, скорее всего? Ладно, я трапу-то буду убирать? Нет, не буду. Foxy Splay, ладно, я тебя все равно найду. Не ссы, я тебя вижу. Я тебя вижу, маленький. Ты убегаешь, да, но тебе больно. Вот убежал, гад. Вот странно, они как-то показываются, но я не понимаю, как показываются. Вот куда он мог убежать, если по красным этим штукам смотреть? Я таки не понял. О! Кто-то тут у нас хилится! Foxy Splay у нас тут хилится! Где ты тут у нас валяешься? Вот он ты. Пойдем, найдем тебе крюк. Пойдем, найдем тебе крюк. А вот он, зачем идти-то? Вот он уже прям тут есть. Вот, уже хорошо, смотри, давай. Повисишь. Привет, да, с красавин, здравствуй, ладно, пока вам погнал решение интересно. Блин, Алганерму, привет. Не, сорян, я тебя не игнорю, я просто... немножко игрой увлечен, поэтому сорян. Алганерму, не печалься. Купил Хоугарден? Нет, не сходил в магазин, сорян, Полин. Я не, даже не знаю, сколько он стоит. Ах ты, чинить Лукины. Чинилкины, значит, да, тут? Блин, я отошел, мне вообще поди сейчас снимут. О, пытается снять! Империал! Пытается снять! Плохой Империал. Пойдем со мной. О, один полетел уже в ад. Давай, лети отсюда. Кому НК-47? Забирайте, ребят. Блин, далеко крюки все. Выберется. Ладно, туда скину ее. Пусть валяется. Блин, уже один. Уже починили все. А, ну валяйся тут пока. Прикол в том, что я, блин, ее не донесу. Я знаю суть, что если сейчас ее поднять, то она выберется. Поэтому я пойду. И, блин, сходил. Свой же капкан. Я пойду и попробую убить этого чувака, который тут чинит. Чинилка тут. А. Спрятался, да, типа с аптечечкой, да? Типа бегаешь вокруг. А, больно, да, наверное, НК. Хилится он, значит, тут. А, отобежал. Где же ты у нас тут? Вол, куда он? Назад спрыгнул, что ли? Хм, интересно. Очень интересно. Это у нас ползает. О! Привет! Империал где-то валяется, все истекает кровью. О, наконец-то вылетелся. Не дочинили, я понял. Е. Понапрятались-то. О, 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 о. Вижу. А, не скинул. Окей. Иду за тобой, иду, маленький, иди сюда, иди. Кто-то в трапочку попал. Кто-то попал в трапочку, блин, я думал, он, кстати, будет скидывать. Ай, в домик пошел. Ай, пошел в домик, в трапу там кто-то попал, кому-то больно. А, убирать надо. Аментос! 18 рублей, здравствуй! Блин, потерял его. Теперь, ну, он туда ушел. О, что нашел? Половину, как вкусный, лев, спасибо, Рементос. Спасибо большое. Да, блин. ПП, Эзик, не лагай. Ладно, второго поймали. Чуть мой рекорд пока 2. Так, поближе крюк. Надеюсь, донесу тебя туда. Маленький ты мой. Крюки не ломаются, когда человека вешают. Крюки ломаются, когда человека вверх уносят. То есть, если его сейчас унесут вверх, он сломается. Ну, то есть, когда он умирает. Покажи вендетту. Сейчас мы всех убьем и покажу. Блин, нету у меня. О, иди сюда. Ах ты, блин, ослепительная. Че, будешь его снимать? А че ты убежала-то? Снимать кто будет? Алло. А снимать-то кто будет? Я буду снимать, алло. Империал.
не тормози. Смотри, твой друг уже валяется. Где ваш третий-то, товарищ? Алло. А, вон еще крюк есть, смотри. Давайте повисите на двух крюках. А, третий вас чинит. Ну, пусть чинит. А и пока повисите тут. Поразвлекайтесь. Че, ваш друг вас спасет? М? Как вы думаете, спасет ваш друг вас? Или свалит? Видимо, свалит. А, вон он, друг. Побежал. Похоже, побежал туда. Блин, надеюсь, что туда. Я что-то упустил маленько. Он по школе у тебя даже тоже рекорд 2 был. Да. Блин. Карта как-то зарандомила. Блин, надеюсь, что он в ту сторону побежал. Он уже открывает, да? Уже открывает. Че, смылся, нет? А, вон он где. Я тебя не выпущу. Сорян. Кот туда побежал. Ой-ой-ой, уже обходит. Обходит, обходит, обходит. Ай, чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Фокси снова убежал. Почти. Это было почти. Чуть-чуть не хватило, прям буквально так. Миллиметрика. Жалко, конечно, но ладно. Я пытался, да. Империал-то тоже пытался, красава. Он по тебе наипал немного, да, видел? Розыгрыш. Давайте, ладно, ребята, разыгрывать. Так, вернусь пока в лобби. Тарас. Во-вторых. Мне надо отойти буквально на одну минуту. Буквально на одну минуту отойду. Вернусь. Посмотрим трейдики, сделаем розыгрыши. И продолжим. А можно я буду? Ну-ка ты пока создавай, пока это сейчас все будет. И, ребят, не разбегаемся. Буквально просто одну минуту АФК. И сейчас вернусь. И разыграем две копии на бету. И все остальное. Все, ребят, сейчас все будет. Так, я вернулся, ребят. Так, на главное меню выйти. Какой лада, вот на главное меню выйди мне, пожалуйста. Back escape, окей. Так, пока что в главной менюшке посидим. Там потом присоединимся. Ладно, ребят, сейчас будет розыгрыш. Чтобы поучаствовать, сейчас я вам объясню, что и как поучаствовать. Армента, еще раз спасибо за 17 рублей, спасибо огромное, прям, а то, блин, немножко занят был, не до конца поблагодарил. Если что, поймал, если что, все, всем спасибо огромное. Обо что-то делает ведьмак. Какой ведьмак? Мим проходил. Ладно, поехали. Смотрите, ребят. Так, розыгрыш. Поймается розыгрыш или нет?
Оп. Розыгрыш поймался, отлично. Вот, ребят, штука с розыгрышем. Так, ребят, играем без читов. Ребят, прям кто есть на Твиче, пожалуйста, перейдите все на YouTube. Это раз. Будем играть без... Блин, на самом деле это тоже читерство. Короче, смотрите. Я запускаю YouTube. Ключевое слово. Я ввожу ключевое слово, и мы начинаем сбор людей, кто выиграет копию игры. Ключевое слово будет, как всегда, я хочу, стандартное, с маленькой буквы. Я вот прям, я хочу с маленькой буквы, прям как написано вот здесь ключевое слово, так и надо писать. Прям вот с маленькой буквы я хочу. Чтобы поучаствовать, просто в данный момент пишите это слово в чатик. Мы разыграем две копии на. Две копии на бету, ребят. Не на саму игру, на бету. Давайте. Даю вам примерно пару минут на это. Ну, у кого есть, ребят, те не участвуйте, пожалуйста. Потому что хотелось бы давать тем, у кого нет, чтобы те поиграли пару дней и вдруг захотели бы, например, приобрести. Давайте, наверное, я розыгрыш перенесу прямо в центр, чтобы не мешало. Нет, лучше в правый верхний угол, наверное. Вот сюда. Теперь точно мешать не будет. Потому что в центре может появиться донатики там случайно. Кстати, можете песенки заказывать, если хотите. Могу поставить на фон. Ну, конечно, 28 участников, ребят. Давайте. Вижу 35 человек, давайте. Тхив, бро. Тхив, здравствуй. Привет. Тхив, если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше этой игры, беты, то напиши ключевое слово, которое написано здесь, на экране у тебя вот это ключевое слово, с маленькой буквой, обязательно. И, возможно, ты выиграешь копию игры. А мы не начинаем пока играть, если что, я на 2 минуты дойду. Но мы пока разыграем пока что, так что давай. Коса батон. Ну, понял, ты же знаешь, как у нас обычно. С любого донатика там в описании, изи, врубаем. Все. Все что угодно. Что-то мне кто-то написал. Кто мне что написал? Ну, пас вам, если захочешь, выживем поиграть, у нас есть слот. Хорошо. Глупо. Найт вроде написал, но что-то непонятно. Вам сейчас стрим, извини, ничего страшного, Фрамикс. Хорошо, от Фрамикса вам привет, ребят. У меня пустое лобби. Ну, это лаг был, да. Вам пьебал, мой шанс равен, ну, минус 0.1. Нет, твой шанс равен 1 к 30. Прямо сейчас. Итак, буквально 30 секунд, и мы делаем розыгрыш. Поэтому, ребят, не расстраивайтесь те, кто не выиграет, потому что реально шанс 1 к 30. То есть у вас шанс... Блин, давайте даже посчитаем, хорошо. Посчитаем в процентах. Пока это все дело вы там доделываете, ну, типа, пишите в чатик. Вот, допустим. Шанс 0,3%, как-то так. Я случайно себе микрофон вырубил случайно. А мой шанс моей удачи это 0,01. Нет, нормально. Звука не было случайно, просто нолик нажал и пока считал. Все нормально. Все нормально, ребят. Если я выиграю, я ее продам. А КТ, ее никто не покупает. Этих куча копий, их просто раздают, можно сказать. На халяву, так что ты с этого ничего особо не поимеешь. Ладно, что, поехали потихоньку? Вроде как все написали, кто хотел. 3%, 3%, блин. Сорян, Полин, да, хреново из меня математик. Шанс 1-3%. Окей. Ада, у тебя же есть копия, зачем ты писала? Ада, давай честно, если ты выиграешь, то мы дадим копию другому, потому что у тебя копия уже есть. Теория вероятности число благоприятных исходов делить на число исходов умножить на 100%.
Это типа ты поиграешь, потом вернешь. Нет, Максат, это бета, и она доступна до 12 числа. То есть это не сама игра. Поэтому я 12 числа сами разработчики заберут. То есть она будет доступна прямо сейчас. Если вот сейчас всем подарю после стрима, через час, вы в нее сразу можете скачать, установить, поиграть и играть 2,5 дня. И все будет норм. Например, когда-нибудь сомневался в сексуальной ориентации? Да нет, как бы... Как бы девушки, one love. Геи, фу-фу-фу. Империал 10 рублей! Хорошо, в рублю обязательно. Обязательно в рублю, хорошо. Врубай Bring Me the Horizon, Sleep Walking. Ладно, ребят, всем удачи и давайте разыграть Империал. Спасибо еще раз за 10 рублей. Обязательно еще песенку после разыгрыша. А тогда мне исключи, если можно. Блин. А че ж вы тогда голосовали? Ты же говорил, что это бета, все дела. Ладно, давайте разыграть, там посмотрим. Окей, поехали. Первый победитель у нас... Там-там-там... Тыдых, Алексей Гейм. Алексей Гейм, поздравляю. Ты стал обладателем одной копии беты этой игры. Алексей Гейм, пожалуйста, напиши мне... Надеюсь, ты знаешь мой ВК? Если не знаешь мой ВК, пожалуйста, короче, смотри, напиши мне в личку ВК, чтобы найти меня в ВК, ты просто, например, зайдешь сейчас в описание к этому стриму, там обычно есть моя группа ВКонтакте, в этой группе я как администратор числюсь, и просто берешь и пишешь мне в личку, что типа ты, тра-та-та, Алексей Гейм и так далее. Или напиши почту прямо с... Блин, как бы у тебя это... Как бы Алексей Гейм с тобой это? Связаться так, чтобы ты был именно Алексей Гейм. Дай-ка подумаем, погоди. Алексей Гейм. Алексей Гейм. Алексей Гейм, ты можешь написать свою почту сюда? Похлопаем, Алексей Гейм. Алексей Гейм, ты можешь написать почту прямо сюда? В чатик. Если сможешь написать почту, будет отлично. Чтобы я на всякий случай в Стиме. А в Стиме я не думаю, что у меня все есть, кстати. Какой ты? Если можешь, лучше напиши почту, да. Нет, я просто думаю, через ВК просто много кто мне может сейчас пойти написать и представиться Алексей Геймом. На самом деле большинство из вас знаю, так что это дело не пройдет, но на всякий случай. Вдруг мне напишет кто-нибудь левый. А, давайте сделаем так, смотрите. Просто сделаем так. О, почту написал, хорошо. Вот смотри, ты мне написал почту, напиши почту в ВК в личку еще раз. Скоперни ее, напиши мне в личку. Я просто удостоверюсь, что это ты, и просто через ВК тебя потом проинформирую, что я тебе все отправил и так далее, хорошо? Так, с Алексеем Геймом мы разобрались, надеюсь. Давайте смотреть вторую копию. Вторую копию у нас получит... Вторую копию у нас получает... Та-там! КТ-КТ, блин, КТ-КТ хотел продать, я понял. КТ-КТ. Блин, КТ-КТ, поздравляю, КТ-КТ, ты здесь? Меня никто не знает. Знает тебя все чупа-чупс, не ссы. Зевс, ты уже участвовал. Вернее, ты в списке был, так что нормально все. Мне, короче, надо сгонять в магаз, мне приглашение в игру не кидай, я не успею, хорошо. Так, Алексей Гейм написал, и окей, я понял, что это ты, и окей. Алексей Гейм, после стрима я с тобой свяжусь, я тебе напишу, что я тебе отправил гифт, и все будет хорошо, так что примерно через часик-полтора я тебе отправлю копию. Так, КТ-КТ, тебе то же самое, что Алексей Гейм, ты напиши почту прямо сейчас здесь, а чтобы найти мою личку, просто зайди в описание к стриму, там обычно есть моя группа ВКонтакте, найди мою группу ВКонтакте. Блин, давай прямо так покажу, смотри. Заходишь... Блин, не надо переписки показывать. Заходишь в описание, находишь мою группу ВКонтакте, вот эту группу. Вот, группу ВКонтакте. Находишь. И находишь, вот, у меня первый контакт, это я. Находишь и пишешь мне в личку, да. Личное сообщение. С почтой. И сюда тоже с почтой. Мали почту, да, мали. Email. Email обычный.
Обычный email, да? Ну, ребят, рад поздравлять тех, кто выиграл, а кто не выиграл, сорян, не расстраивайтесь. Таков рандом, такова судьба. Куплена, как ни странно. Или странно. Судьба жестока, что могу сказать. Очень жестоко. Да пусть Ада кинет ВК твой вамп. Ну, может Ада кинет, кстати, да. Так, Влад Седов, окей, написал, вижу. Влад Седов, пожалуйста, еще напиши мне этот же имейл прямо сюда, в эту. Блин, прямо сюда напиши в чатик на ютюбе. Я уже торможу, сорян. Сейчас проверю, что это Влад Седов. Ага, вижу почту. Алинка, 10 рублей, здравствуй. Демо запокадай. Все через постель. Да не говори, с лисом главное через постель. Оп, они тебя заебали, вот нахуй писать. Я хочу после того, как ты попал в список, я уже устал мотор раздавать, хотя нет, это невозможно устать. Ну, блин, слагер. Я первый тебе купил, вам что за дела, но это все вопросы. Мистер Сикер, лол, это ты? Мистер Сикер, здравствуй. Не узнал тебя. Окей, теперь я знаю, что ты мистер Сикер. Окей, теперь я знаю обоих человек, а обоим после стрима обязательно отправлю на почту оба гифта и напишу вам об этом в ВК в личку, так что ждите. И теперь пойдем чекнем трейдики и пойдем поиграем еще дальше, пока у нас есть время. У нас как раз остался часик поиграть. Империал, я не забыл твою песенку, сейчас поставим и... Сейчас трейдик посмотрим, поставлю песенку и пойдем поиграем. Блин, а кстати... Сейчас, секунду. Я, наверное, музыку-то потише сделаю здесь. Блин, сложно играть, кстати, когда... Когда не слышно ни хрена будет. Ну, трейдики не чекнул. Чекну, сейчас чекну. Уже лезу. Уже лезу чекать. Ада ленивая жопа, и меня сильно бомбит, поэтому пойду к Леви, да простит меня вам. Не простит. Что за дела, Ада? Что началось? Нормально же играли. Так, трейдик. Давайте быстренько посмотрим. Трейдик, трейдик от Рекса. Воу, 250 самоцветов и Максим Притарианец. Блин, спасибо тебе огромное, Рекс. Спасибо от души. Прям. Спасибо. Прям. Не знаю, спасибо тебе еще раз. Так, ладно. С трейдиками мы разобрались и пойдем все-таки поиграем. НК, надеюсь, ты создал. Это можно закрыть. НК, надеюсь, создал. Я пока запущу, пойду песенку Империала. Break me horizon. Окей. Bring me horizon. Так, bring me horizon. Давай, найди мне песенку, алло. Чё это детский сад? Блин, хочу новый ВКонтакте, там Лиз говорит, можно плейлистик создавать. Bring me horizon with sleep. А чё ты не находишь? Такая песня есть в ВК вообще? Империал, ты точно уверен, что такая песенка в ВК есть? Тем пока я собаку гуляет. Летний пенёк, давай удачки. Вам 35-40 что ли стоит? Да, наверное. Вам по доту пойдешь после стрима в тот же режим? Ой, не знаю, посмотрим. Так, bring me horizon. Блин, bring me horizon находит, а Sleep Walking именно не находит. Что такое, песни нету в природе, что ли? Алло. Империал, ее не изъяли случайно из ВК? Я просто такую песню не могу найти в ВК, чтобы поставить. Прям. Вам в том-то и дело, что не играла, и вам спасибо еще раз, знаю за что. Да не за что, да, блин, попробуй, поиграй обязательно. Какой такой режим? Привет, лорд. Наркоманский режим, кстати, надо розыгрыш уже убрать, потому что мы разыграли. Две копии. 35-40 рублей маг, я понял, да. Ну где-то так, да, наверное, Рекс. Что-то типа того. Вам тебя менты больше искать не будут, они заебались. Привет им, кстати, да. Ментам. Есть. Лоу. Вот что за херня тогда?
Блин, можешь мне в личку скинуть? А, походу нашел. Все, нашел Bring Me Horizon, Sleepwalker. Окей, погнали. Фу, как-то жарко. Так, НК, надеюсь, все-таки создал. Я к нему сейчас зайду. Где мне НК-то найти? Где ж тебя найти, НК? НК. Присоединиться. Так, ребят, надеюсь, НК место есть и... Ребят, два места есть, ребят. Присоединяйтесь через меня, если хотите. Можно будет поиграть. Лорд, будешь с нами играть? Хочешь поиграть с нами? Сейчас поиграем за выжившего. О, лорд зашел, красава, лорд. И империал. Есть один еще слотик. А, ну не бомби. А, ладно, все нормально будет. Ребят, залетайте. Один слот. Ждет вас. Буквально один. Кто хочет? А будет еще стрим по Dead by Daylight? Наверное, да, Алексей? Скорее всего. Че, в Дискорд ну куда-нибудь? Да не, лорд, давай так. Так интересней. Бомба, что с лагер, да, бомбит, да, бывает, я знаю. Бывает, да, бомбит. Блин, а кого пригласить-то? Давайте искать кого-нибудь. Да. Империал любит пожестче, я смотрю. Прям пожестче. Фоксис. А Фоксис у нас есть. Блин, Фоксис Плей ушел в арму играть. Печалька. НК он за Империал есть. Лорд тоже есть. Блин, четвертый. Поиграть. Не вижу. Блин, четвертого персонажа нет. Воскресенье, да-да, не знаю, Рекс, посмотрим. Там срочно, можно ссылку кинул в чат, мне просто бету могут дать. Ну попробуй. И лучше бы черного персонажа мне нужны. Линка, 10 рублей. Ага. Через 100 рублей, кстати, еще розыгрыш будет. Аспинг Александра, летит слеп плесес. Вот этот попсовый слайдер тут правил не слышал. Да, не слышал. Блин, как-то жарко сегодня. Даже вроде дождик был, но что-то как-то все равно жарко. Странно даже как-то. Я понял, Юрки 5 человек, поэтому, блин... Блин, так, секунду. Bring Me Horizon поиграл, окей. Блин, ребят, что никто не хочет больше? Я его позвал, Ваван зайдет. Хорошо, давай ждем Вавана. Окей, сейчас зайдет Ваван, и мы поиграем. А пока включу песенку от Алинки. Блин. Блин, реально как-то жарковато. Прям что-то засал. Окей, вот тебя, Линка, песенка. Ну, пятый, пожалуйста, и пошли гонять. Уже.
У нас осталось, блин, времени 50 минут, а народ уже аж разбежался, блин. Я смотрю, народ только, блин, или, блин, отошел, или, блин, просто... Фига себе, блин. Окей, я тебя понял. Потому что утром донатил в этом же счетчике. Рейтера на утреннем счетчике. Типа на каждый стрим. Ой, ну на каждый стрим типа свой счетчик стоит. Типа раз в стрим. Блин, я сейчас не буду сейчас не буду слышать маньяка и сдохну от такой песенки. Прикольно же, конечно, прикольно. Так и сдохну, блин. Черт, уже сыкотно. Очень. Она еще полчаса грузится, кстати, очень долго. Эта игра. Вот в этом даже я минус. Ладно, за ужасшего на самом деле. Блин, игра не лагай. Пожалуйста. ФПСики. Придите. Так, ладно. Что ты ко мне пристал? Погоди, пойдем чинить. Воронки. Воронки фу. Так тра-та-та-тра-та-та, я баника все равно нихера не слышу, поэтому насрать. Если умру, то умру. Я понял, там уже империалы крошит. И пока империалы крошит, надо починить. Мы же мастер чинилка. Блин, отвлекся. Сейчас маньяк придет и звезелей даст. А может и не даст. А может и даст, а он вижу, кого-то нашел. И сейчас на крюк садить будет. А-та-та. Империал. Как же так? Блин, на фоне такая жопа. Честно. Я же нихера не слышу. Куда он его повесил? Воу. Ясно, куда он его вешает. Иди в жопу. Маньяк. Может, ты выберешься? Не успеть. Скилл! Маньяк? Не? Лорд? Я понял, маньяк у меня. Сейчас попробуем завайдить. Хе-хе-хе! Маньяк, лови меня! Не поймал. Убежать, убежать. А мне бетку дали куда-то, на ней еще один стрим. Ой, не знаю, посмотрим с Саген. Блин, под такой хардкор убегать, блин, сильно жестко. Очень жестко. Ага, отлично, блин. Я так и понял. Но пока ты меня спустишь, я выберусь. Понимаешь, в чем суть? Второго этажа. А теперь отдай быстро, так чётенько, быстренько, отдай, отдай. Отдай, 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 отдай. Отдай, алло, работай. Работай, отдай. Давай. Ну, отдай. Ой, не успел. Сорян. Сорян, не успел. Ой, он уже здесь. Бежать! Спасаться! Маньяк, блин, все еще идет, а! Блин, он не за мной теперь бегает. Давайте я поэвэйжу. Алло! Я ж поэвэйдил. Ладно, еще раз ЗД. Вы уж должны все, блин, врубить. Пока я его гонял. Привет, Фокси, снова. С возвращением. Чё, крюка нет, что ли?
Маньяк, вы какая битка, блин, нашел. Ой, печально, нашел крюк. Ой, хоть бить, хоть не бей, мне пофиг, честно. Вообще, честно, пофиг. Блин, давайте все-таки звуки с игры. Это уже второй, блин, играем. Давайте лучше звуки с игры включим. Блин, как их включить? Вот они, назад. О, мне освободили! Ура! Валить! Быстрей, спасаться, валить. Блин, я его слышу, по-моему, в жопе. Сердце стучит. Похилить. Империал меня спас. А Империал теперь кто-то, да. О-о-о. Что же делать-то? Черт. Друзей не вижу, которые бы меня воскресили. Блин, Империал надо спасти. Он перелез. Он. Да блин, почему я застрял-то об тебя? Алло. Ладно, пока он за ним бегает. А, я полез. Пока, мужик, я пополз. Черт. Ладно, еще повисю. Повисю, не ссы. Черт, я должен чинить. Вы же давно зачинили. Привет, Патрик. Здравствуй. У вас ВК-музыка нормально работает? А вроде нормально. Я же ставил сейчас. И пробел, тыкать пробел и валить. Тыкать пробел и валить, короче, мне надо похилить, ребят. Честно. Вот честно надо похилить. Или я пошел чинить аккумуляторы, потому что я уже не желез. Меня уже на круг посадят, я сдохну просто. Пойду чинить. Какой же я больной, блин, вот что за... Почему я слышу все еще маньяка, блин, повесили, я понял. Вилорд свалил. Красава прям. Блин, ну какие-нибудь. Алло, где? Где починить-то? Во, нашел. Ребят, вы можете помочь лорду? Изи. Я пока дочиню. Тут осталось-то всего три аккумулятора каких-то. Блин, лорда повесили. Тлен. А он опять свалил, ха-ха-ха. Я смотрю, они там развлекаются, так что можно чинить. Нормально. Империал умер. Блин. Печалька. Эндер Про, здравствуй. Приветствую. Сейчас дочиним. Вот так. Оп. Окей, надо еще два. Пойду поищу. Может быть, найду. Еще потом похилил. Было бы клёво. О, мужик, похиль меня, похиль. Стой. Кто бы ты ни был, стой. Подожди меня, похиль. Алло, похиль меня. Ну, блин, алло. Ясно, понятно. Вон он бегает. Я понял, пошли отсюда. Ну, его нафиг. О-о-о. Я смотрю, все трое здесь. Все боролись. Блин, я сейчас, по-моему, очень жесткую штуку сделал. Да, давай быстрее. Дохиливай, его дохиливай. Побежали отсюда. Херам. Ой, лорд не хилит, красавчик. А сколько она стоит? Она стоит 344 рубля, если у вас Payday 2 есть. Предзаказ. А по поводу релиза, когда будет стоить, я не знаю. Все, пойдем дочинивать. Веди меня. У тебя есть карта, веди где находится. Вот, я, кстати, пойду вниз, наверное, схожу. Там, наверное, подвальчик есть. Нету подвальчика, блин, охренеть. Ну и жопа тут. Подвалов даже нет. Че за маньяк без подвалов-то? Че за дела-то, алло? Ни подвалов, ни хрена. Я хотя я знаю, там, скорее всего, в том доме подвал. Ой, слушай, кто-то что-нибудь чинит. Пойду тоже починю. Да, мать твою, за ногу! Надеюсь, не за мной он бежит. За мной он бежит! Почему за мной-то ты бежишь, алё?
Блин, там еще лорд бегает. Уйди, уйди. Да блин, лорд, скотина поливная. Полива. Мансуй, лорд. Блин, лорд не басанул. Куда она его понес? На крючок, да? На крючок понес. Где этот крюк? Алло. А, этот крюк сломан. Зато на тот не сломан. Лорд сдох, я понял. Ах, печаль. Лорд умер. Не выдержал. Надо искать последний. Генератор. Генератор. Лорд, скотина палевная. Да не говори. Как? Как ты меня слышишь, алло? Алло, как ты меня слышишь? Уйди, уйди. Вроде ушел. Мне надо на второй этаж, там что-нибудь есть. Если это аптечка, будет клево. Ну или генератор найти. Там еще в центре есть шикарный. Ну короче, очень шикарный генератор. Если его не починили, будет клево. Блин, да и не с той стороны пошел. Лол? Где? Вован? Где ты? Где он его убьет? Черт. Блин, надеюсь, он не спалит меня, если сейчас... Пойду на второй этаж, конечно, не спалит. Оп, обманул. Оп, обманул. По-моему, он там был. Мне показалось. Ой, маньяк идет, ой, маньяк идет, та-та-та, бежать. Оп. Оп, обманул. Оп, убежал. Оп. Оп, спускается. Оп, ой, все, сорян, я ушел. Сорян. Сорян, сорян, я ушел, все. Бежай меня, пожалуйста, я ушел. Все, все, все. Ничего не. Не надо меня догонять, алло. Где ты? Ты меня видел? Он реально меня видел? Он, походу, реально меня видел. Да почему его слышит, алло? А вон он где? Эй, нет меня здесь. Тут-то я. Вам ты так хочешь на болей за ХК, да окей, болей за кого хочешь. Только он не слышит, скорее всего, потому что как я стану. Все бродит тут. Ах. Блин, сердцебиение нагоняет просто по мозгам. Где он, блин, бродит? Алло. Он меня реально слышит или что? Да блин. А, надо было прямо бежать. А можно под эту штуку пролезть? Нет, нельзя, да? Ну ладно. Надеюсь, рядом крюка нет. Я просто очень надеюсь, что рядом нет крюка. Очень-очень надеюсь, что рядом нет крюка, и я высвобожусь, и будет очень норм. Блин, по-моему, крюк есть, да? А может и нет? Ой, скинул. Ой, на, я пополз. Нет, не работает НК эта фишка. Я проверял. Не работает, не работает. Я проверял. Ой, как проверял. Сорян, НК. Да, блин, опять я в эту херню попался, блин. В этот гребаный лагучую хрень, где нельзя пролезть. Как же она меня бесит. Придется опять вырываться. Я всегда пытаюсь пролезть через эти херни, но всегда застреваю в ней. Ты меня вниз, что ли, там тащишь? Нет, он все-таки нашел крюк. Собака. Он тебя стримом палит. Да не говори, он стрим-снайпер, блин, вообще. Еще тот стрим-снайпер. Да не, он не палит, скорее всего. Скорее всего, он слышал, как я стонал, потому что у меня
Боль. Блин, почему там есть такой кусочек, вот прям видно, что можно пролезть, но на самом деле ты там застреваешь и нельзя пролезть. Такая ж хрень, я раза три мне уже убивался, честно. Три раза. Это читерная херня. Эй, мы как бы посмотреть, а чё, сбежал Вован? А, Вован сбежал, ну нормально, шикарно. Вован-то свалил, ну хотя бы один выжил, уже хорошо. Не все потеряно. Вован будет у нас колдовать и размножит людей. Ну, да, люк там можно найти. Или он люк нашел, или он последний доделал, кстати. А, он люк нашел, окей. 2 часа 30 минут установка. Ну, конечно, Слагер, а ты что думал, просто так, что ли, все? Блин, перезапускай, давай еще разик. Не понравилось. Хочу еще. Пока еще полчаса есть, так что еще успеем пару раз сыграть. Они как раз по 15 минут где-то катки идут. Кстати, по поводу системы, типа, вот, когда мы играем в пятером, очки не даются. Тут на самом деле даются очки на прокачку. Вот эта прокачка тут есть. Вот, прокачечка. И, типа, тут можно прокачиваться, тут всякие дают предметы, всякие перки, всякие тоже вон предметы, типа, предметы обычно одноразовые и так далее. И это все можно прокачать и тебе будут давать, но прикол в том, что вот эти очки для прокачки не дают в игре, когда вы играете пятером, потому что, типа, можно наобузить. И как-то вот так. Кто у нас ушел? Я вижу Империала, я вижу Лорда. Вам передавать тело подписчикам. Конечно, забирайте, только я не маньяк. А чё, типа, все? Чё, мне опять маньяком сыграть? А, спасибо за игру, пойду, блин, Вован, спасибо тебе за игру, удачки. Ладно, прикол в том, сможем ли мы поиграть снова в пятером? Или не сможем? Снова привет, я сделал предзаказ от игры. Привет, Оригинал, поздравляю тебя с предзаказом. Как думаешь, мне стоит скинуть чат ссылки на сайт, где бетку дают? Так ты же вроде скидывал, вот так. Блин. Блин, может Йорку спросить, у него может слот есть. Тень. Блин. Еще и лобби не создалось, да? Офигенно. А, Империал меня приглашает. Империал хочет быть киллер. Я понял, Империал хочет поиграть за маньяка. Давай, Империал, сейчас зайду. Сейчас только Империал я найду. Так, у нас есть маньяк. И нам нужно еще 3 человека. Выше прочитал Сагер, и тебе ответил. Вот мне скидывают такое, чтобы не бетку дали. Ну, блин, попробуй скинь, скажи, что типа могут, там есть шанс. Типа бету игры получить. Я пытался зайти на этот сайт и получить бету, но что-то не пошло, не знаю почему. Ну, блин, вот у Сагера пошло. Так, вижу Фоксиса, вижу НК, вижу. Лорд. А, все, у нас пятеро, окей, поехали. Стоп, один потерялся, сейчас появится. Ребят, я пока на 30 секунд немножко исчезну. Сейчас появлюсь, пока сейчас лобби соберется и так далее. Сейчас буду. Кстати, сайт может у вас не грузиться в плане того, что он просто перегружен и просто обновляйте. Скорее всего, из-за этого. Империал написал, я вас всех съем. Вы видите, потому что у меня вебки нет как раз здесь.
Ну, тогда, наверное, так и задумано. Там вроде как надо приглашать друзей, и за какое-то определенное количество друзей вам выдадут ключ. Я вроде как-то там с лагерь друзей искал, вот здесь. Поэтому можно как-то забузить в той же F3 в Дискорде и так далее. Так что можете попробовать. Типа, соберитесь там человек 20, да, обусти. Каждому по ключу. Изи будет. Нам три друга всего надо позвать. Ну, соберите человек 10, да, забусти спокойно. Я думаю, я не знаю, там, если регистрируют по айпишникам, то может он не даст, потому что, типа, ваш айпишник зарегистрирует как-то так. Короче, надо смотреть. Это все дело. Ладно, будем выживать, как-нибудь стараться выживать. Гребаный маньяк. Блин, Империал, наверное, не играл за маньяка, хотя, наверное, играл. Вдруг он профессиональный маньяк. Будет ужасно. Кстати, есть одна, можно сказать, читерное место, где можно изи от маньяка выйдется. Можно сейчас попробовать повыйдется там, пока все будут чинить. Хе-хе. Только, блин, главное на пробел четко жать. И будет все в порядке. Надеюсь. Эх, блин, пришло на розыгрыш 32 человека, сразу свалило большинство. Ну, как сказать, большинство, 10 человек свалило. Как же так? Что за дела? Блин, еще и загрузка. Вам, там, типа, кому повезет, если там написано, типа, не прогрузила страница, но подождать, обновить и так далее, пока не появится, так и задумано. А-а-а. Блин, вот читеры и разрабы-то. Опять, это место двери, два окна, да-да-да. То самое. То самое место. Двери, два окна. Вы видите игру? Я вот не вижу, что вы видите игру. Я вижу, что у вас загрузка. Место игры. Сейчас попробую обновить. Ну-ка, теперь. Алло, игра. Захватись. Ну, игра, алло. Игра еще выпендривается. Игра, не выпендривайся, алло. О, я тебя понял. А, как же сложно. Как все очень сложно. Ну давай вниз, алло. Ну, шуруди. Так, захват игры. Давай. Поймай. Алло. БС. Ну алло, вот игра, вот смотри, я свернул, развернул, игра, алло, вот смотри, я играю. А, я понял, блин, опять она, короче, глючит. Преобразовать по размеру экранного. Ну. Че, по новой, что ли, заход делать? Давай. Ну, или интернет опять паник. Так, ребят, мне видно? Интернетик работает? Потому что мне игра что-то говорит, что ты типа говнюк, и я тебя не захвачу. Совместить с мультиадаптером принудительное масштабирование. Нет, нафиг не масштабирование. Алло, ребят. Я слышно прием. Там все норм. Почему-то с игрой не все норм. Продолжу фразу Вайна. Герои не умирают. Только, блин, на грани захватывается, блин. Да что ж за дела-то? Блин, у меня тут уже убирают люди, а я, блин, захватить игру не могу. О, господи. Это захват игр. Добавить захват игры.
Нет, там маньяк бродит уже возле меня, я не могу захватить игру. Стянуть на весь экран. Ну алло, давай. Игра. Ты уж хочешь захватиться, он маньяк ходит, блин. Прямо возле меня. Пока я захватываю. Походу мне надо перезаходить в игру. Что-то она багнула. И надо даже захватываться теперь не хочет. Блин, короче, ребят. Да, блин. Что ж, почему так через жопу-то, как всегда? Как пытаешься что-нибудь правильно, нормально сделать, оно все через жопу. Не, здесь тоже нет. Ну ты же хочешь захватить ее, правда? О, господи. Я понял, пойдем перезаходить. Она еще в этом плане багает, она даже захватываться не хочет. Ай, жесть какая. Ну блин, ну что такое? Почему так не везет со всем этим, а? Сейчас, ребят, все будет. По новой запускаю, надеюсь, оно все захватит. Так, свойства захватить любого полноэкранного приложения. Давай, захватывай. Игрушечку. Ты же умеешь, ОБС. Я тебя знаю, ты же можешь. А где все? Да все наркоманят. Сидят, смотрят, пытаются, блин, посмотреть игру, блин, и еще играют там поди на фоне. Теперь игра теперь запускаться не хочет, ну конечно. Алло, блин, игра. Ты меня троллишь? Ты что такая скотина? Ну вот вроде бы запустилась, но блин. Алло, ну все равно, ну давай. 60 FPS, блин. Во, неужели? Попалась. Наконец-то вам. Изи-пизи, 4 генератора в соло. Вообще красавенка. Короче, ребят, пригласите меня, как вы там доиграете. Изи мансил. Красавы. А я тут тупил, глючил. Там вы там еще будете играть? Мне бы присоединиться к вам. Присоединиться к игре. Во, сейчас дойду. Мне FPS проседает, когда я к вам подхожу. Да, у меня Imperial то же самое. Не поверишь. Это у всех так. У всех маньяков FPS проседает, когда ты к ним подходишь. Честно. Это прям болезнь всех маньяков. У них проседает FPS. Ты подходишь к персонажу, у тебя проседает FPS. Ты пытаешься по нему попасть, а вроде что-то ни хера не получается. Блин, думаешь, что за херня? И оказывается, просто у тебя FPS просел. И ты такой, а, блядь. Империал не очень. Фулл Лорд, зачем ты так? Не надо так. Ну и я, конечно же, не зашел. Или я опять, или игра опять залагала, и я даже не могу эскейпнуться. Ну, отлично, просто, а. А, ну, Империал просто игру вырубил. Кто-то хочет маньяком быть? У меня пустое лобби, у меня тоже пустое лобби. Я теперь эскейпнуться даже не могу из игры. Я нажимаю байки, и ему насрать. Какая же классная игра. У кого числа выйдет игра? 14-го. Блин, давайте, ребят, окей, давайте, блин. Короче, что-то с игрой не так. Я попробую перезапустить последний раз. И запустить игру за маньяка. Надеюсь, у вас четверо будет. Я понял, Империал вылетело. Давайте я последний раз с маньяком поиграем и будем на сегодня уже заканчивать. Все это дело. А там уже посмотрим. ПК завис. Ууу, вообще жопа, да? Игра даже ПК тебя убила. Бывает. Я не хочу, но могу только через 2 часа. Ну вот, если еще слайдер, можно через 2 часа поиграть вне стрима.
Так, давайте сейчас. Да. Сейчас найдем себе детишек, которые умрут. Так, кто хочет у нас умереть? Кекс. О, Кекс, хочешь поиграть? Или он там играет уже? Так, Фокси зашел. Кого бы еще? Еще троих. Фоксис. НК. Империал. Это кто такой зашел? Это кто? Это Кекс, скорее всего, зашел. У него русский ник. Короче, один слот, ребят, есть. Кто успеет, тот молодец. Лорд успел. Окей, давайте играть. Ну, тебе вок не успеешь. А, ну тогда, блин, точно не успею, да. И кто-то вышел. Ну, блин, алё. И опять зашел. Империал. Империал лагаешь, да? Ну, да, дай мне всех, кого поймешь. Конечно, отдам. Конечно, все будет твоя, да. Забирай их себе в ад и мучай там. Можешь им там жопки порвать. На флаг. Игра вылетела. Блин, да что ж за лаги? Ну, блин, ребята, смотрите, вот просто, знаете, единственный минус. Что могу сказать по игре? Игра классная. Не хватает и нового движка, и оптимизации. Это раз. И прикол в том, что вот эти все баги, которые вы видели, которые прям на стриме, там вот летающие жопы, блит за карту, вот эти баги захватом, ну, захватом это скорее с ОБСом глюк, но прикол в том, что я там менюшки залагал, надо было перезаходить, и вот сейчас вот вылетают некоторые, то, блин, если они не справят до релиза, это немножко печально будет. Хотя игра всего стоит 400 рублей, поэтому, с одной стороны, ей это простительно. Наверное. Ну, поехали. Чё-то не все готовы, но все равно поехали. По-моему, сейчас двое вылетят, да? А, еще не началось, окей. Два Реди не нажало. Ребят, два... Кто у нас не нажал? Фоксис и НК. Вопрос в том, мы сейчас сидим лагаем? Или ждем, когда все нажмут рейди? Кто на русский ник написал вопрос? Это Кекс. Кекс Пэй. Игра не поддерживает русский язык, поэтому вместо русского языка тут всякие вон квадратики. Фоксис, ты здесь? Фоксис, ты нажми рейди или я не знаю. Чё не начинается? Чё не хватает? Он по мне слабишь что-то. Так перезайди, Фоксис. Перезайди в игру быстренько. Быстренько возьми, перезайди в игру. Все нормально будет. Она пока бета, она глючит. Она слабит, даже глючит. Просто перезайди и будет все топоч. Да, это я, да, это Кекс. Еще тут Кекс. Будем его ловить и убивать. И ади всех посылать, блин. А это лорд поменял на педофила, я понял. Лорд у нас педофил. Еще тот лорд педофил. А, да, специально для тебя буду лорда первым ловить. Он тот еще педофил. Он знает, как играть. Надо его ловить первым. Блин, Фоксис, ты уже давно бы мог перезайти. Эх, эти баги. Кстати, прям точно такая же маска, по-моему, выдается сейчас в Payday 2. Если у кого есть Payday 2, надо подписаться на сообщество Dead by Daylight, и там три масочки вам дадут, одна из которых вот такая. Ну, это так немножко пиарчик Payday. Небольшой. Ну, не страшно. Фуллор таки знал, да. Вам пощади, не надо кади, надо. Надо кади, надо. Фокси, жми рейди. Вон, неужели собрались? Наконец-то. Неужели поиграем?
Понимаете, вот за 2 часа, я не знаю, вот если учитывать, что, ну, не 2 часа, а 1,5, потому что мы там розыгрыш проводили и всякие глюки, то сколько мы раз сыграли за 1,5 часа, кто-нибудь считал? По идее, в среднем одна сессия длится 15 минут. Мы должны поиграть были как минимум 6 раз. МГУ в ПД после стрима. А он, не знаю, если свободен буду, то можно будет. Обязательно. Короче, побоялись ко мне попасть в руки. Да не бойся, да сейчас мы тебе их принесем. Сейчас поймаем этих наркоманчиков. Детишечек. Только будет ВПС проседать. Ну, ничего страшного, мы как-нибудь постараемся. Кстати, зря империал сворачиваешься. Ты можешь вылететь. Ой, у меня там капкан рядом с моим капканом. Надо вот этот капкан поставить и взять еще один капкан, чтобы у тебя был капкан, когда у тебя есть капкан. Когда у тебя есть капкан и еще есть капкан, надо брать капкан в руки и капкан. И вот капкан, да. И будет все шикарно. Так, где-то в этой стороне кто-то что-то чинит. Раз кто-то что-то чинит, мы пойдем в эту сторону. О! О, 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 кто это у нас? Ну, жалко, не лорд, но все равно. Алло! Попал же. Ой-ой-ой. Беги! Беги, девочка, я тебя вижу. Беги, я тебя поймаю, сейчас покусаю, найду. Сильно вот так. Оп. Да, блин, что за дела-то, а? Чего ж ты не попал? Вот, теперь попал, это Фокси Сноу. Ясно, кто это у нас тут. А рядом там у нас щенят сюда. Ой-ой-ой, вижу, сейчас будешь кидать. Нет, не будешь. Ах ты ж. Ох ты, ему уже... О, лорд, все, я нашел лорда. Вот он, лордик. Лордик. Пойдем, все, да, вот, держи лордика, сейчас мы как раз он к подвальчику прибежал, как раз его вниз повесим, там куда-нибудь вот сюда так пови. Да блин, ты не шатайся, погоди, давай вот повеси. О, норм. Виси, лорд, виси. Давай, лорд, я все-таки тебе под ноги повешу, вдруг ты освободишься. А то мало ли. Охрененная логика, да конечно, Рекс. Самая охрененная логика. О, ты что, уже веселишься, я смотрю. Ну, веселись. А я пошел. Поищу других ребят, которые пытаются тебя освободить. Или не пытаются. Похоже, не пытаются, да? Давайте, типа, ушел, ребят. Смотрите, я ушел. Ага, кто там не спустился, видел. И спалил там. Не. Лорд убегает, да, но мне, ну... Ах ты. Ладно, пойдем Империала повесим. Пусть повисит. Чё, не высвобождаешься, да? Ну вот, будешь месить теперь вместо лорда. Где-нибудь в этой стороне. Давай, повеси. Давай, и тебе тоже поставим капканчик. Обязательно, а то вдруг тебя лорд придет освободить. А то вы любите друг друга освобождать. Прям... Любители освобождать друг друга, я смотрю. Блин, лорда обязательно найти. Блин, они все раненые. Им просто всем по ударчикам. Тут кто-то что-то чинит. Кто это тут у нас что-то чинит? О, блин. Как же это баг с камерой бесит, а? Вот я только что видел, и меня проглючило, и меня теперь потерял из виду. А все почему? Потому что баг. Ладно, я понял. Сюда убежала. Ага. Ой, кого-то освободили, там Империала похилили, я смотрю, но Империала осталось только просто повесить. Повешаем Империала, будет норм. Так, пойдем в подвал. Надеюсь, я успею до подвала дотащить тебя. Давай. Блин, уже два починили, а? Вот молодцы такие, вам после стрима, если куда пойдешь, напиши мне, плюс хорошо, напишу. Так, никто не хочет освободить Фоксиса, там нет? Нет?
Ну ладно. Нет, так нет. Ну нет, на нет и сюда нет. Тогда пусть висит. Блин, капкан, по-моему, разминировали прям. Смотри, какие молодцы. Так, где они могут тут чинить? О, кто там веселится. Здесь там много кто-то что-то чинить? Не могут. Лорда захилили, я понял. Кто это у нас тут пытался-то? Кто это пытался у нас тут? Кто это тут такой молодец пытался спасти? Фоксиса, кто это? Блин, да что ж ты криворукий-то такой? Не. Чё за звуки? А, это Фоксис умирает. Я понял. Ладно, побегаем за этой девочкой. Иди сюда. А пока за ней бегает, она приведет нас прямо к остальным ребятам. И как раз мы убьем их. Например, у тебя. Тебя мы убьем, да. Пойдем. Кто это у нас? Кто это тут у нас? Такой. Молодец, хочет повисеть. Кто же ты у нас такой? Давай повиси здесь. Какой красавчик, давай повиси. О, Империал. Вдруг умер, да? Как же все плохо, блин. Тут еще О, капканчик. Еще починили одну. Ну ладно, еще есть три. Еще времени есть. Блин, сломался. Пойдем поищем среди. О, как раз там вдалеке кто-то чинит. Как раз туда и пойдем. Блин, откуда эта стена? Что она тут делает? Что она тут забыла? И там чинит, и там чинит. Надеюсь, лорд там. Я очень надеюсь. Лорда надо убить. Вы тут чините? Или не чините? Не чините? Странно. Я думал, чините. Или вы сломали и типа убежали, да? Ладно, пойду отсюда. Типа ничего не видел. Здесь тоже никто ничего не чинит. Странно. Надо вот так тоже поставить, наверное. Но не буду ставить. Блин, куда поставить-то тебя? Блин, тут уже закинули. Где у нас еще свободные кассы? Вон еще две, вижу. Окей, пойдем к первой. Так. Здесь не чинят. А тут... О, вижу! Вижу тебя! Пойдем со мной! Ты ж хочешь умереть, Кади попасть, да? Ты ж хочешь попасть, Кади, я знаю. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда, Дана. Ой, закрыла, да? Ой, все. Ой же, как так? Ой, что-то, блин, не пошло. Ой, блин, а почему так не промазал-то? Алло! Я же обходить начал. Окей. Погоня продолжается. Ой, срезать. Да блин, ну алё, ФПС, пощади, пожалуйста. Алё, хоть бы шифтануть, что ли, я не знаю. И как, надо еще ближе, что ли? Не. Там капкан был, он сломан, я понял. Не успел, да? Окей, лорд. Ты следующий, ло. Окей. Я понял вас. Окей, поставим здесь тогда. Пойдем за лордом. Лорд вкусней. Чё ты, лорд, тут бегаешь, а? Что ж ты бегаешь тут, лорд, а? Сломал. Ну, давай, ломай быстрее. Куда же побежал-то, лорд, алё? А вон ты где? Вижу, вижу тебя. Иди сюда. Ладно, лорда отпускаем. Идь. Куда пошла? Во, девчушка. Девчушка, девчушка, иди сюда. Блин, только не лагай, ФПС. О, музыка.
Музыку в студию, пожалуйста. Да, иди сюда. Все-таки поймаю тебя, давай. Подбегай. Не. Неужели? Кексик, ты попался. Привет, Кристи. Здравствуй, ребят, привет всем, кто только подошел. Ралли, тоже привет. Я играю со зрителями. Я вижу, для тебя уже крюк, и ты, наверное, кексик, сейчас умрешь. Блин, надеюсь, лорд не нашел. А нет, не умрешь. Окей. Нормально. Тогда подождем. Вопрос там, где лорд? Надеюсь, лорд не придет мне освобождать, да? А чинит где-нибудь. Оп. Лорд? Нету. Ладно. Так, оп. Типа и ушел. Оп, лорд, нету. Типа капкан. Оп, взял. Лорд. Уже освобождает? Нет. Странно. Лорд, ты, видимо, нашел, да? И уже хочешь свалить. Лордик. Ты где? Лордик остался совсем один. Осталось пойти поискать, блин, гребаный выход. Он, видимо, бегает и ищет. Люк. И твой отец. Вот что он ищет. Можно не попку лорда? Сейчас вот лорд один остался, у него три это и... Ну, вы поняли, ему, короче, надо найти люк. Ну, мне тоже надо найти люк, потому что ему тоже надо найти люк. И всем надо найти люк. Тут тот что-то чинил. Вот можно было бы ломать? Было бы классно. Во-во-во, вижу. Вижу тебя, вижу. Иди сюда. Иди внутрь забежал. О, вижу, бежит. Бежит. Ой, бежит вокруг, да, бежит. Ой, бежит. Оп, убежал. Оп. Бежит. Давай, лорд, бегаем, давай, лорд. Я вот так поставлю пока. Нет, не поставлю, не ставь, алло. Хе-хе. Плохо лорд бегал. Надо лучше лорд бегать. Намного. Где же мы теперь его найдем? А? Ау! Вот я дурак. На свой же. Наступили. Лордик. Ты где? Лордик. Иди сюда, маленький. А, ну пойду капканы пособираю. Пока он там что-то чинит или не чинит. Я так уворачивался, красава прям. Уворачивался, особенно с ВПСиком. Сейчас попробуем все-таки заминировать это все дело. Тут примерно капканов 6, но... Вопрос, мы соберем все 6, чтобы заминировать все это дело. На самом деле можно собрать. Вопрос в том, надо за ними сходить. Блин, они все так далеко. Эх, как же вы все далеко. Ой, я лорда вижу. Лорд не спрятался. Как так? Оп-оп. Манси. Оп, мансы. Оп, давай. Оп, куда побежал? В домик побежал. Ой, капкан. А, да держи последнего. Смотри, какой красавчик. Пойдем тебе в домик занесем. Погреешься, чайку выпьешь. Пойдем, лорд. Пойдем отдыхать. Пойдем, тебя уже заждались все. Твои друзья. В аду. Идем. Лорд, давай, смотри, какой клюк я тебе нашел. Лорд, давай, виси. Держи, ад. Ой, и с носой капкан наступил. Давай, пока, лорд. Удачи, Зем. Ладно, всех убил. Но он эскейп. Мерсилес Виктори.
Вы пытались, ребят, да? Там, блядь, не было ты, ну, люка, был он там? Ты не с той стороны искал. Ну что, ада всех забрала? Держи. Разбирайте, ребят, на органы. Лорд, он был, он на том месте был, где я знаю, где он есть. Что ж, хорош помаленьку, но нам мы будем на сегодня заканчивать. Где он мансил был люк, но обычно там не мансят, они с левой стороны мансят, где окна, поэтому они не оббегают ту сторону. Поэтому не находят люк. А я уже большинство карт пересмотрел, и поэтому я знаю, что там люк есть. Но человек не хватает на то, чтобы получить ключ. Ладно, ребят. На сегодня это мы, наверное, будем заканчивать. Поэтому завтра, как всегда, у нас два стрима. Первый стрим по Ведьмаку мы будем его добивать. А второй стрим я пока не знаю. Возможно, будет Overwatch. Возможно, что-нибудь другое. Там на завтра посмотрим, как пойдет. Поэтому всем спасибо, кто дожил до конца. Вам под финалочку вот как раз всем, вас, всем вам поймал. Держите. Особенно Ади. Ада. Давай, мучай их там. Всем спасибо, всем пока. И что? Увидимся завтра, ну, или в 11 по Москве, либо в 17 по Москве. Поэтому пока, до завтра, увидимся. Всем спасибо еще раз, что были до конца. Всем спасибо за донатики особенно. Очень признателен. Давайте, удачки. Всем пока. Это гимн лорду, который умер. Ребят, всем гимн, всем умершим гимн, и, ребят, всем удачно сдать экзамен и уже пойти на каникулы и прочее. Всем пока, ребят.